Чем популярнее вселенная, тем охотнее на ней хотят нажиться. Это неплохо, но зачастую, клепая игры по фильмам или фильмы по играм или любую другую подобную продукцию, авторы не слишком заботятся о качестве выдаваемых произведений. Это бич многих таких вселенных. Некоторым везет больше, некоторым меньше. «Властелин колец» относится к тем, кому повезло именно больше. По этой вселенной в игровой индустрии выходило достаточно много работ, но, как правило, все они в большинстве своем были как минимум неплохими, а какие-то и вовсе отличными. Одной из таких игр стала Shadow of Mordor, точнее, если говорить на языке игры, то МОДО. Ну, Чимбатулу все такое, понимаете, да? А, погодите, тут по сценарию должна быть шутка про Мордовию. Куда же ее дело-то? Ладно, фиг с ней. Короче, Тени Мордора относительно новая игра, сказал бы я. Я, собственно, это только что и сказал. Но я тут же вспомнил, что вышла она аж в 2014 году. Ровесница Dark Souls 2. На этом сходство с Dark Souls 2 заканчивается, можете расслабиться. Если уж сравнивать Мордор с другими играми, то правильнее это делают с любой игрой от Ubisoft. Потому что практически все корневые механики перекочевали оттуда, включая любимые башни, с которых нужно совершать прыжок в сено. А я сказал в сено, да? Нет, прям на землю. То ли он гораздо круче любого Альтаира в этом плане. А все потому, что он мертв. Да, начинается все культурно, как обычно. То ли он несет службу в гарнизоне в Мораноне. Там же проживает его жена и уже взрослый сын. Но от Мордора, разумеется, добра не жди, близится пробуждение Саурона. Пока еще прям совсем понемногу, но чем ближе к Мордору, тем сильнее это ощущение, как сказал бы сам Толион. Кстати, забавно, тут сделано обучение. Днем ты репетируешь подкрадывание к врагу и нанесение удара, знаешь, когда? Подкрадываясь к жене и даря ей цветы. Мило. Ночью на гарнизон нападают орки, и дарить цветы приходится уже им. Если бы только орки, гарнизон бы устоял, но во главе вторженцев стояли подручные Саурона, собственной персоной, черные полководцы, молот Саурона, башня Саурона и черная рука Саурона. Такие вот у них имена интересные. Так, где мой список шуток? Ага, так, подмышка, Саур... Нет, знаете, давайте, пожалуй, без шуток в этот раз обойдемся. Да и ситуация ведь серьезная. Эти подручные ловят Толиона и его семью и прямо на наших экранах производят ритуальное убийство, перерезая глотки всем троим. Жуть. Короткая бы получилась игра, да? Но нет, Толион не смог умереть по-нормальному, ибо черная рука этой жертвы пытался вселить в себе некий дух, но дух промазал и вселился в Толиона. А посему мы играем за самую настоящую нежить мира Средиземья. Дух древнего эльфа не помнит, кто он и вообще зачем он тут здесь, да, но в принципе игра, дарма что короткая, из этого большой тайны не делает. Это никто иной, как Келимбримбор. Поклонники творчества профессора сейчас привстали. «Погодите», — говорят они, — «а это не тот ли гражданин, который выковал кольца власти? Те самые, которые 3 для эльфов угрюмых, 7 для гномов смешных, 9 людям-дебилам. Да, это именно он». Это выясняется в первые полчаса игры. Правда, фанаты тут же садятся на место с недовольным видом, так как происходящие события не каноничны, так как тот самый канон искажает. Но, тем не менее, они все равно интересны. Получилась стандартная ситуация. Враги сожгли родную хату и даже умереть не дали по-человечески. Что остается делать? Мстить. Саурон набирает силы, самое время надавать ему по сусалам. Или хотя бы его прихвостням. Это и есть цель игры и ее конечная точка. Два мертвеца в одном тазу пустились в плавание в грозу. Вообще всю игру нам пытаются намякивать на сходство Толиона и Келимбримбора. Намякивают, намякивают, и в принципе да, оно так и есть. Ты довольно быстро понимаешь, что несмотря ни на что, случившаяся ошибка в ритуале, она не случайна. В общем, Келимрион или Толимбримбор, как его теперь называть-то, Биба и Боба, начинают копать под Саурона. Нажил он на свою голову проблем, вот что я скажу. А Толион проблемы очень серьезные, сами подумайте, убить его невозможно. То есть можно, конечно, но нужен мощный черный маг, а таких не то чтобы много. Пока до него доберутся, уж сколько орков поляжет, а орки очень нужны, скоро же завоевательный поход намечается в перспективе. А Толион мало того, что убивает орков толпами, так еще и устраивает у них настоящую гражданскую войну. Это одна из самых интересных механик игры. А будучи убитым, всегда возрождается. Неистребимое существо. Получается такая призрачная поступь этого древнеэльфийско-гондорского тандема. Сперва Толион идет просто крошить орков в надежде выяснить, где заныкались подручные Саурона. Он быстро натыкается на орка, который не прочь помочь Грейв-Волкеру, так тут называют Толиона после череды событий. Могильный ходок, выходящий из могилы, не знаю, но суть и так понятна. В первой миссии нам показывают корневые механики, как бить, как хватать, как красться, это все мы уже видели, типичный Ubisoft. Только не подумайте, это не комплимент и не упрек, это на самом деле констатация факта. И нет, игру делали не Ubisoft. В общем, если механика сделана хорошо, мне плевать, в скольких играх она еще засветилась. И вот механики Теней Мордора сделаны очень даже неплохо. Бой тут очень простой, буквально двухкнопочный. Клинком наносятся удары, другой кнопкой совершаются перекаты. В общем-то, на начальном этапе это все. Правда, рассказывать про бой, не затрагивая прокачку, тут невозможно, так что прокачка. Чем больше орков мы на мясорубим, тем сильнее станет
достанем, и тем выше поднимемся в уровне, все по старинке. И уже за очки можно купить много чего интересного. К примеру, казни. Нанеся 8 ударов и не получив по морде лица в ответ, мы, так сказать, зарядимся и сможем провести суперудар. К примеру, моментально казнить обычного орка или заметно ранить необычного. Или заклеймить кого-то моментально, о клейме позже. Или шугануть толпу, чтобы многие разбежали в страхе, а то орки очень любят нападать огромными толпами. Есть и другие удары. Метание ножей, удар с разбега с последующим пробитием щита, если он есть. Деревянного, разумеется, железный попробуй так сломай, да? Призрачный удар, после которого можно сделать бруталити. В конце концов, можно просто схватить врага и метнуть его в толпу, или перерезать глотку, или навтыкать ему ножом в пузо. Толку от этого не то чтобы сильно много, но весело же, правда? Первое время. Кроме старого клинка, у Талиона есть другой клинок, точнее был, но его сломали слуги Саурона в самом начале игры. Теперь он используется в качестве кинжала и используется весьма эффективно. В игре очень неплохой стелс, правда он примитивный. Враги не отличаются зоркостью, и семенить за спиной орка, мастерски лавируя между несколькими сразу, не так уж и невозможно, как может бы казаться на первый взгляд. Но примитивный не значит неинтересный. Да, можно подкрадываться и по одному снимать орков, или же клеймить, или же что-нибудь еще с ними противоестественно сделать. А если стелс провалился, можно совершить зверское убийство, чтобы другие орки от такого зрелища обделались и убежали в страхе. Келимбримбор на правах эльфа владеет своим призрачным луком. Когда Талион стреляет, он как бы обретает призрачную форму. В общем, протагонист умеет и из лука стрелять тоже. Стрельба из лука сделана, не сказать, что прям совсем неудобно. Скорее уж, она просто не самая удобная из тех, что мы встречали в других играх. Особенно в сравнении с другими боевыми механиками Теней Мордора. Первое время при прицеливании мы замедляем, извините за тавтологию, время, тратя на это концентрацию. Это весьма удобно. Безусловно, лук тоже можно и нужно прокачивать. Самое интересное в нем то, что он призрачный и умеет не только утыкивать стрелами. Очень часто против орков будет выгодно, а местами даже необходимо использовать окружение. Например, стоит клетка вот с Карагором, младшим братом Варга. Стрельни по ней, клетка откроется, и голодная тварь начнет расправу над орками. Также есть марайские мухи, которые зажалят орка до смерти. Есть костры, которые взорвутся при выстреле в них. А есть еще горок, но они не так уж часто встречаются. А можно, кстати, еще отравлять грок. Да, горок, грок. Не перепутайте, это разные вещи. Также стоит упомянуть, что тут и там по традиции подобной механики присутствуют сторонние миссии, в данном случае они помогут улучшить оружие. Да, с мертвых главарей орков можно получить руны разной степени эпичности, которые добавляют оружию определенный эффект или просто как-то усиливают его чисто по цифрам. Ячейки под руны, как и некоторые другие параметры, тоже можно и нужно прокачивать уже за отдельные очки. Как видите, с прокачкой тут полный порядок. Но чтобы полноценно усовершенствовать оружие, нужно пройти специальные миссии. И мне очень нравится, как они оформлены. Задания простые. Для кинжала это, например, скрытно убить на время столько-то орков, для меча нарубить мясо, для лука, ну, сами понимаете. Но обставлено это любопытно. Дело в том, что железяки, которые носит Талион, в общем-то, обычное барахло, какого много. Но, совершая такие вот подвиги, эти самые железяки в глазах орков обрастают легендами, и вуаля, это уже не просто кусок металла среднего качества, а легендарный клинок гроза мать его орков. Вот так вот. Если подвести итог механики сражений, то бои тут осложняются лишь несколькими нюансами, прямо как в серии Batman Arkham Knight, а в остальном они простые и интересные, как в той же самой серии, да, со своими фишками, ну и со своими мелочами, которые бесят. Например, ты уже давно жмешь другие клавиши, а он все еще какое-то время совершает те действия, которые ты прожал ранее. Ох уж этот Талион, блин. Это длится около доли секунды, но этого хватает, чтобы разозлиться, и чтобы огрести тоже хватает. Примерно так же ведет себя механика боя в Dark Souls. Надо бы еще рассказать о передвижении по карте и о самой карте. Начну с последнего. Я даже не знаю, плюс это или минус, но игровое пространство в Тенях Мордора очень маленькое. Понимаю, игра была экспериментом, и тем не менее, она честно претендовала на 3А-класс. И для игры такого класса она уж больно маленькая. Хотя, не скрою, контента и возможностей в игре понапихано немало. Но это все, к сожалению, прикладное, об этом попозже. Касаемо локаций, они маленькие. Маленькие, но красивые. Ты входишь на земли Мордора и понимаешь, что ты чего-то не понимаешь. А как же, извините, те выжженные пустоши из фильма? Что это за зеленые луга, залитые закатным солнцем? Очень красивые, кстати. Что это за праздно шатающиеся компании орков пьяных? Где марширующие армады, я вас спрашиваю, а? А вот, добро пожаловать в моду. До того, как Назгулы выехали в командировку. Особенно удивляешься, когда приходишь на вторую локацию. Да, их всего две, но суть в том, что если ты думал, что первая слишком зеленая и красочная, то вторая вообще будто бы эльфийские кущи, знаешь, вот порой с кучками разрушенных крепостей.
но обе эти локации лишь на поверку кажутся большими. Перемещаться ты по ним будешь очень быстро. И не потому, что Толеон быстрый, а потому, что маленькие они, говорю я уже в который раз. Это не минус, повторюсь снова. Я даже не знаю, как это классифицировать. У игры есть серьезный недостаток, об этом попозже. И, возможно, более крупные локации этот недостаток усугубили бы. Ну так вот, такси еще не изобрели, поэтому Толеон передвигается на своих двоих. Да, бегом. Он не устает, ибо мертвые, как говорится, не потеют. На правах духа можно прокачать навык, где после перескока через препятствие ты увеличиваешь скорость на время в несколько раз и несешься, будто тень по долине. Выглядит это забавно, особенно если представить, как это смотрится со стороны. С этих пор ты будешь косплеить из себя призрака-паркурщика, который перескакивает намеренно через всякие камни, бочки и бревна, чтобы увеличить скорость. Есть, конечно, и другие средства перемещения, например, карагоры. В один сюжетный момент мы научимся их седлать. Получается такая боевая плотва, которая может и загрызть, если приказать. Это довольно весело. Если совсем упороться, можно оседлать и горога, и тогда все, туши свет, бросай гранату. Издавай горог — это не столько быстро, сколько весело. Топтать орков отрядами — это классно. Но все же, чтобы оседлать того же карагора, нужно, чтобы он хотя бы был рядом. Да, если прокачаться, это можно делать очень легко, одним нажатием, но чаще ты будешь бегать. Или же прыгать от башни к башне. Это контрольные точки в стиле того же Assassin's Creed. Призрачные постройки с эльфийской наковальней. Они точно так же, как и везде, открываются, и между ними можно телепортироваться. Вот так ты и будешь перемещаться по моду. Но перемещение, бои — это, как ни странно, не главное блюдо игры. Да, самое интересное тут — это орк-менеджмент. Да, такой, знаете ли, обрезанный за Sims, только про орков. Суть в чем? Толеон не знает, где рука Саурона, а кто знает, знают вожди орков. А как до них добраться? Через капитанов. А как добраться до капитанов? Через обычных орков. Тут механика похожа на все тот же Batman Arkham и одновременно на Assassin's Creed. Тут есть аналог орлиного зрения, призрачное зрение, которое выделяет зеленым слишком много знающего орка. Схватив его, можно выбить нужную информацию. Тут есть такое поле с черными фигурами орков. Черные, значит, мы о них пока ничего не знаем, но если допросить знающего орка, то мы раскроем личность капитана. И вот тут начинается раздолье. Разработчики нарисовали и озвучили столько противных, мерзких и просто мать моя Том Бомбадил невероятно харизматичных орочих рож. Забудьте холеных орков из древних свитков. Впрочем, гоблинов из фильма «Хоббит» с мошонками на подбородке тоже забудьте, ну их нафиг. Их имена, особенности и прочие параметры генерируются из набора готовых шаблонов. Этих шаблонов не так, чтобы уж много, но на первых порах очень даже прилично. Допрашивая орков, мы собираем следующую информацию. Имена орков, их тут всех зовут соответствующие, типа Борг, Кровопийца, Гурк, Злобный, Тарк, Колосожатель, в таком вот духе. Потом, его мысли, они скорее для комичности, к примеру, мечтает разделаться с конкурентами или бесится, когда Грога остается мало, его не наливает, в таком вот духе. А также, самое главное, его сильные и слабые стороны. Вот тут уже как повезет. Например, орк может оказаться неуязвим для скрытного добивания, или для выстрелов, или для того, для другого. Или его тяжелее добить, чем обычно. Слабости стандартные, боится, например, мух или огня, или его можно одним ударом убить, скажем, из скрытности той же самой. Если напугать орка, даже капитан побежит, сверкая пятками, становясь легкой добычей. Лови и перерезай глотку. И вот тут, возвращаясь на телекрандом, легко может случиться так, что орк сгенерируется с параметрами, которые помогут победить его за несколько секунд. Я встречал орков, которые были уязвимы для выстрелов в голову из лука, и в принципе я их ваншотил за секунду. А может сгенерироваться непобедимое нечто. Например, неуязвимые для суперудара, для стрельбы, для того, для сего. Ничего, знаете ли, не боится, всех нахер шлет, да еще и все эти параметры могут наложиться на тип орка со щитом. Тут же они все разные, есть обычные плюгавы, есть более крупные, берсерки с двумя топорами, есть со щитами, и вот их в лоб пробить тяжело, вот эти самые щиты. Но деревянный щит проломить более-менее-то еще можно, да? А у капитанов он железный, да, удачи вам. Мне попадались такие монстры, что я буквально не знал, как к ним подобраться. В общем, Мордор полон сюрпризов. Забавно, что ты можешь хоть до утра орков резать. До реального утра тут смены суток вроде нет. Или есть. Извините, забыл. Тут есть ночные миссии, и они вроде как сюжетные. Да, так-то тут всегда день. Ну и вот, ты можешь перерезать всю шайку, и все равно на следующий игровой день их места займут другие. Вот такой вот цикл у них вечный. А игровой день тут сменяется при смерти Толеона, как правило. Какие-то орки сами друг друга перебьют, это у них в порядке вещей, но все же обычно ряды прореживает именно наш протагонист. Однако, если кто-то из орков убьет нас, то он тут же повышается до капитана.
и немножко меняется при этом его внешний вид, появляется там шлем, например, или что-нибудь там еще такое, да, если был щит, он становится железным, если же нас убил капитан, то он повышается в уровне. Чем выше уровень, тем сильнее орк и тем ценнее руна, которая с него может упасть при смерти. Забавно то, что если тот орк встретит нас снова, то он нас узнает, и реакция будет соответствующей. Кто-то будет насмехаться, мол, ишь ты, из могилы вылез, видимо, понравилось, как я тебе тогда навалял, да? Или же наоборот злиться, мол, да сколько ж можно себя убивать-то уже? Сколько нужно, столько и можно. Кстати, орки при случае сами не прочь сбежать, и также потом среагируют на это при встрече, мол, я тогда обделался, но вот сейчас... Но это еще не все. Убив орка-капитана, можно по прошествию времени обнаружить, что он таки выжил. И да, он встретит тебя соответствующе. С этой вот замечательной озвучкой слова «рейнджер». «Рейнджер! Ты думал, я сдох, а я такой из последних сил выполз!» Притом, он может выглядеть соответствующе, скажем, заиметь железную заплатку на черепе после вашего удара. Я играл в игру в 2014 году и перепрошел ее вот недавно, прошлой осенью. И вот когда я играл второй раз, я встретил орка по имени Крош. Ну, там написано «крошх», но понятное дело, что «х» на конце не читается, поэтому он «крош». Ну, спасибо хоть, что не лосяш. Все бы ничего, но я этого Карыча убил с третьей попытки, и в одной из финальных миссий, когда нужно было сражаться с отборными вождями Саурона, угадайте, кого я встретил в качестве главаря этой отборной шайки. Правильно, Крош тут как тут. Кстати, сам не видел, но мне рассказывали, что есть такая механика в игре сетевая, если убьют кого-то, кто у тебя в друзьях в Стиме, то есть шанс, что у тебя появится на карте отметка, мол, вот этот вот гадский орк убил твоего друга, ну-ка отомсти. Забавно, жаль, в Dark Souls такой механики нет. Но капитаны, хоть и ходят с охраной, требуют особого подхода, поэтому можно проходить миссии на их устранение. Иногда это очень просто, иногда дико сложно. Чаще это, в принципе, нормально и интересно. Но скоро Талион понимает, что вот так вот резать глотки капитанам можно долго, надо бы и до вождей дойти. О, вожди — это самые крутые орки. Вы чё, у них в телохранителях капитаны. То есть у одного суперкрутого орка на страже еще три разной степени крутости. Чтобы вызвать такого на поединок, нужно его сильно достать. Например, начать вырезать его телохранителей или освобождать его любимых рабов. Вот тогда под отличный аккомпанемент, где будут скандировать его имя, выйдет вождь в окружении союзников. Смотрится и правда эпично. Скандирует именно то имя, которое носит орк. Все это подкрепляется классным атмосферным саундтреком в стиле такого орчего гетто. Казалось бы, сколько у орков имен? Либо мало, либо они что, вот реально все учли? Да, их немало, и они все учли. Момент в том, что не так уж много разновидностей этих имен, понимаете? Тарк, Горк, Морк, Борг, Грублих, ну вы поняли, да, они все однообразные, не длиннее двух слогов. Все по орчи, все по канону. Мало того, так еще и в саундтреке активно участвует черное наречие. Ну вы знаете, это знаменитое Ашнаск Дурбатулу, Кашнаск Гимбатул. Правда, только лишь оно, и в этом проблема. Ничего нового композитор не стал придумывать, поэтому Дурбатулу и Гимбатул ездят по кругу. А мог бы и расстараться, раз уж на 3А проект метили. Вон, Крепаблик команду придумали даже мандалорский язык, и на нем спели гимн мандалорцев. Хотя бюджет был сопоставим. Притом там коридорный шотан, а тут как бы открытый мир. Но, в принципе, и так тоже очень даже неплохо получилось, и со звуковым светопредставлением они подсуетились, я бы даже сказал, на 5 с плюсом. Ну и вот, мочкануть вождя в целом сложнее, но это в основном из-за других капитанов. В целом тут тоже рандом, может оказаться, что ему хватит одного удара в падении, а может он будет дико упоротым берсерком, который порвет твою... куртку следопыта на тряпке. Однако на этом счастье не заканчивается, на этом счастье только начинается. Спустя половину игры мы научимся силой своей эльфийской магии клеймить орков, переводя их на свою сторону. Да, я знаю, о чем вы уже подумали. Можно ли заклеймить вождя? Можно и нужно. Но это не так-то просто. Переводить орков на свою сторону, создавая личную армию – отдельное удовольствие. У меня не раз так случалось, что при моей смерти на новый игровой день одним из капитанов становился случайный заклеймленный мной орк. А вообще, да, вместо добития, допроса или устрашения капитана его теперь можно заклеймить, после чего он начинает полностью подчиняться тебе. И если раньше ты выполнял побочные миссии, на которых орки пытались повысить свою силу или сражались друг с другом на дуэлях, а ты пытался их при этом убить, да, то теперь ты не убиваешь орков, ты ведешь своего заклейменного протеже по карьерной лестнице, заботясь, чтобы он не сдох как сучка.
Тут уж снова как получится. Правда, помимо рандомных качеств, злую шутку тут может еще сыграть искусственный интеллект. Твой орк в бою с другим капитаном может тупить как баран. Тот его повалит на землю и добьет одним ударом. В общем, развлекайтесь. По итогу, что солдатам, что капитанам можно в любой момент дать команду предать. И тогда они начинают активно лупить своих бывших собратьев. Поэтому да, святое дело заклеймить орков, провести их в телохранители вождя, а потом любоваться, как последнего запинывает его же окружение. Это не всегда так зрелищно, как может показаться на первый взгляд, но это достойно левой пятки Дзинча. В общем-то, из этого и состоит вся игра. В этом между строк кроется ее главный недостаток. В ней мало контента. Да, есть интересные персонажи, включая классно сделанного голума, есть интересные побочные миссии, есть простой, но любопытный сюжет, есть разные собирательные задания, типа «найди все артефакты», «глифы», «травки». Но это всего лишь оттеняет скелет игры, а сам по себе он до ужаса прост. Бей орков и смотри, как орки бьют друг друга. Механик понапихано много, и они интересны, но они лишь инструменты и предлог, чтобы заниматься всю игру одним и тем же. Твое наслаждение игрой длится ровно до того момента, пока тебе не надоест нянчиться с орками. Дальше ты уже просто пулей летишь по сюжету. Хотя в том же далеком уже 2014 году я действительно много просидел, наблюдая, как подопечные орки творят всякое. Однако даже такая, казалось бы, интересная механика ограничена. Набор взаимодействия одних орков с другими не сильно-то блещет разнообразием, хоть это и замечаешь, не сразу. И в целом общая проблема игры в том, что в ней маловато контента. Маленькие локации, интересные, но на поверку все же вскоре приедающиеся репетативные действия с орками. А еще в игре странная атмосфера. Она есть, и она хороша, но она не имеет никакого отношения к «Властелину колец». Главную скрипку тут играет саундтрек, который и правда хорошо подходит игре, но лично я в нем не почувствовал орочьего духа Толкина. Это именно игра по мотивам, и ты не чувствуешь, что играешь в первую очередь во «Властелин колец». Будто бы качественный мод на какой-нибудь Assassin's Creed. Да, играть от этого неинтереснее не становится, но в том же Battle for Middle-earth и саундтрек был классный, и атмосфера отлично придерживалась духа основного произведения. А здесь же игра больше воспринимается как проект по мотивам. И тогда у вас наверняка такой вопрос, почему же я записываю эту игру в игры Relict, если она такая куцая? Ну да, куцая. Этот проект, эта игра, она все равно интересная, понимаете? В отрыве от продолжения, как самостоятельный продукт, она действительно интересная и увлекательная. Я тут сейчас подумал, может быть, и локация воспринимается маленькими потому, что раньше запросы были другие. Кто знает. В конце концов, в Arx Fatalis локации вообще крошечные. Тени Мордора — это отличный симулятор охоты на орков. Не без огрехов, не слишком разнообразный, хотя и честно пытается таким казаться, но все же очень качественный. Уж не знаю, насколько интересно будет его перепроходить, мне вот, честно говоря, не было интересно. Но первое прохождение затянулось не на один, по-моему, даже месяц. Настолько вот игра мне понравилась. Ей до проекта 3А-класса не хватило, ну, буквально только последний А. А именно разнообразие. Она отлично проработана в мелочах, всем бы так. Но это как дизайнерский коридор, как его картинами и цветочками и горшочками не декорируй, он коридором и останется, узким и тесным. Но пусть вас это не тревожит. Аналогов Теням Мордора, если не брать во внимание продолжение, трудно найти. Скорее всего, их просто нет, но настаивать не буду. Однако с чем трудно спорить, игра эта очень даже хороша. Если вы пропустили ее по какой-то причине в свое время, плюс к тому же еще и питаете страсть ко вселенной «Властелина колец», то она вам с большой долей вероятности понравится. Это был намек. Не теряйте времени. Лок Тарога... А нет, стоп, это из другой вселенной. Make Mordor Great Again. Да, так будет правильнее.